Из 2000 отбывающих наказания в колониях Мариэл большинство осужденных трудоустроены. Выпускаемая заключенными продукция не уступает по качеству товарам конкурентов. Какие товары нужны республике и в чем преимущество муниципальных и государственных заказов? Именно об этих вопросах шла речь на расширенном совещании в УФСИН. Товары в колониях производят самые разные. Бордюрный камень, кованые изделия, матрасы и даже футбольные мячи. Главный вопрос – кому и по какой цене это все продать? Причем объемы нужны большие. Выпускать и реализовывать хотят оптом. Исправительные учреждения готовы предоставить организациям и предпринимателям рабочую силу и площадки для производства продукции. Для осужденных это рабочие места и возможность получать зарплату. Любая, скажем, услуга, которая предоставляется, она предоставляется комплексно. Вот, например, если мы говорим о том, чтобы реализовывать бордюрный камень, то его надо не просто произвести, но надо его доставить до места и, например, его уложить. И если у вас есть осужденные, которые могут принимать участие именно в работах и в этих, то тогда нужно смотреть комплекс предоставляемых услуг. Главное – привлечь заключенных к труду с целью исправления. Но по факту это проблема почти для каждой колонии. Причина в том, что затраты на производство товаров, выплату заработной платы заключенным и создание рабочего места должны окупиться. Зачастую этого не происходит из-за отсутствия крупных заказов. Выход есть – привлекать государство и муниципалитеты. Опыт тоже имеется. В этом году изготовили скамейки, фонари и урны для благоустройства парка в селе Казанское. Ну а для администрации Медведевского района 100 матрасов. Цена, качество товаров, их конкурентоспособность и наличие заказчиков. Вот основные принципы успешной работы производства в исправительных колониях. Мы хотим обратить внимание, привлечь заказчиков, тем самым увеличить объемы, привлечь осужденных как можно больше к труду, что позволит им получать зарплату, гасить иски и возмещать расходы на их содержание в учреждении исправительном. Порядка 80% нашей продукции, производимой в колониях, она идет по кооперации с частными компаниями. Мы оказываем услуги по изготовлению, то бишь заказчик привозит оборудование, ну, иногда, не всегда, конечно, у нас имеется собственное оборудование, поставляет материалы, фурнитуру, мы изготавливаем изделия. Всего в колониях выпускаются более 100 наименований различных изделий. Есть даже собственные разработки, например, мангал, который регулируется специальным рычагом.